Да ладно. Ну все понятно. Лена, мы с тобой не сделали, знаешь, что? Бутерброды. Сейчас будет и сгущенка. Пусть выбирает сам. Что не больше нравится? Первый вот понравился. Так. Сразу все, что он сам же захочет. Не ругай. Не ругайся. Не торопись. Вот смотрите, три бутерброда. Что будешь брать первое? Не надо. На. Зачем выбил у меня мед из руки? Я хочу, скажи, вот дайте мне. Мед вкуснее всего? Самый лучший. Выбрал бутерброд. А сгущенка с вареньем ничего тебе не значит? А скажи мне, давайте все и много. Мед, ему все-таки запах, видимо, от природы. И это тоже приятно, пригодится. Сейчас он слежет с него. Да. Ну там горбушка, но я тут не толкала полную. А варенье? Ой, вкусная сгущенка тоже. Ой, пойдет, 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 пойдет. Гималайцы ее из тюрьмы, знаешь, как высасывают. И Маша, и Миша. И даешь им тебе сгущенки. Высосали ее все. Какая прелесть. Сластёна маленький. Пряников наелся, арбузов наелся. Что еще? Что скажи? Теперь давайте кашу с мясом. И с бананчиком. Сейчас. И на сливочках. Скоро будет каша с мясом. И на сливочках. На сливочках. Желательно. Давай следующий с вареньем. Это не так вкусно, да? Тогда. Так ладно тебе, вкусное же варенье. Правда, на сахар не пробовала, может быть, там сахара маловато. А мы тебе их сгущенкой намажем еще сверху. Надо было сначала варенье. Но он захотел, видишь, мед. Он же не дурак, он же сам выбирает. А мы сейчас подожди сгущенку. Сейчас пусть дай ему попробую. Может быть, будет. Если нет, то я сейчас сгущенкой сверху налью и нормально. Нет, не катит. На, сгущенка покатит. Так. Ну, блин. Уронил. На. Ну, что ты там подъедаешь? Же, я подъедаю все, что вкусно. А бутерброд, как всегда, падает маслом вниз. А ничего, разберется. Тявкалка. Тявкалка, маленькая. Что еще? У нас мед есть. Будешь брать руками? Даешь что? Язык не достает, скажи. Да прям не достает у него длинный язык. Зачем мне хлеб? Не мед надо, скажи. Я он и хлеб съест с удовольствием. Он пропитанный медом. Кому я батон покупала? Я и растерялся. Угу. О, достал перевернутый. Так, только без пальцев, пожалуйста, у меня еще. Они пригодятся. Решетку потом вылезут. Так, а это мы сейчас тем малышам отнесем остатки бутербродов. Лошади-то мне не надо. Лошадям не едят лошади бутербродов со сгущенкой, понимаешь? Ну, что, дай. Хватит. Ну, сейчас все доест. Молодец. И с вареньем он там. Все это уже. Молодец. Пошла. Ну, кашу на потом, да? Да, конечно, кашу на потом. Сейчас не будет. Сейчас будет тут заниматься полчаса еще. Давай, облизывай.